В Щелковском колледже состоялись финальные состязания Всероссийского конкурса «Мастер года» среди преподавателей колледжей и техникумов. Перед тем, как попасть в финал соревнований, все участники прошли два предварительных этапа – отборочный и региональный. На самом первом этапе в конкурсе приняли участие более 2000 преподавателей со всей России. В финале остались лучшие из лучших, которым и предстояло продемонстрировать свое профессиональное мастерство перед студентами Подмосковья по самым разным профилям. В Щелковском колледже по направлению обслуживания и ремонта автомобилей в финал прошли всего 5 человек. У нас на базе участвуют 5 человек из различных регионов, таких как Костромская область, Орловская область, Сахалинская область, Республика Крым и Чукотский автономный округ. Участники проводят свой урок 45 минут с группой из нашего колледжа по данной специальности, которую они заявили. То есть это 12 человек и преподаватель. Жюри дистанционно могли оценивать работу преподавателей. Сами участники нацелены продемонстрировать все свои силы, умения и возможности в конкурсе «Мастер года». Здесь мы будем давать открытые занятия, кто-то практическое, кто-то лекционное, то есть это уже на усмотрение конкурсанта. Задача – показать свое мастерство как преподавателя, как мастера производственного обучения, что оценится, естественно, судьями. У меня урок посвящен операции сверления, слесарной операции. Вот где я должен своих студентов, ну или студентов техники научить выполнять эту операцию и относиться к ней как эксперты, то есть знать все причинно-следственные связи. По итогам конкурсных заданий в преподавании профильных дисциплин профессиональное жюри отберет победителей. Благодаря конкурсу «Мастер года» специалисты покажут лучшие практики и педагогические навыки в профессиональном обучении студентов. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.